Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка, 63-й урок. Сегодня мы с вами начинаем новый раздел «Путешествия». Саяхат. На чем ездят в путешествиях? Цель урока – ты продолжишь учиться пересказывать текст, соблюдая последовательность событий, составлять и записывать предложения, раздельно писать предлоги со словами. Упражнение номер 1. Прочитай письмо, о чем в нем рассказывается. Здравствуйте, ребята! Я вернулся из далекого путешествия. Хочу рассказать вам, на чем я ездил, и показать свои рисунки. На лошадь я ехал, до города доехал. Сел в машину, налил бензин. На машине ехал, до реки доехал. Стоп, разворот, пересел на теплоход. Теплоход плыл и до острова доплыл. Но теплоход уж не плывет, пересел я в самолет. Назови виды транспортов, на которых путешествовал Санат. Санат путешествовал на лошади, машине, теплоходе, самолете. Напиши их в тетради. Расскажи, где использует лошадь как транспорт. Лошадь. Сначала Санат свое путешествие начал с лошади. Он потом пересел на машину, залил бензин, доехал дальше. На машину доехал до острова. Последним транспортом Саната был самолет. Слова, которые выделены зеленым цветом, называются предлогами. Упражнение номер 2. Подумай, рассмотри картинки. Назови виды транспорта, на которых передвигался Санат в своем путешествии. Теплоход, лошадь, самолет. Какого транспорта нет? На транспорте нет машины. Придумай с этим словом предложение. Новая машина передвигается быстро. Упражнение номер 3. Письменно выполняем. Собери из слов предложения, напиши их. Машина едет по дороге. Большой корабль плывет по волнам. Мотоцикл стоит около магазина. Мальчик едет на велосипеде по тропинке. Упражнение номер 4. Прочитайте диалог. Ты ходишь в магазин пешком? Ты ходишь в настоящее время? Да, я хожу в магазин пешком. А ты? В настоящее время мы приезжаем в настоящее время. Упражнение номер 5. Запомни. Идти как пешком? Я иду, ты идешь, он идет. Мы идем во множественном числе. Вы идете, они идут. Ехать на машине. Я иду, ты идешь, он идет. Мы едем, вы едете, они едут. Запишите в тетрадях. Упражнение номер 6. Собери пословицы. Прочитай, о чем они. Кто путешествует, тот много знает. Кто много видел, тот познает. Данные пословицы о путешествии. Упражнение номер 7. Прочитай предложение. Используй предлоги. Напиши в тетради. Санат ехал на лошади, на машине. Санат сошел с теплохода. Санат летел на самолете. Упражнение номер 8. Выбери главные слова урока. Машина, дверь, транспорт, ехать, плывет, путешествие. Ребята, урок окончен. До свидания.